Секретарь Одинцовского отделения «Единой России», глава округа Андрей Иванов, прокомментировал ежегодное послание президента России Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил во вторник. Ключевые тезисы выступления главы государства обсудили на еженедельном совещании в окружной администрации. Андрей Иванов подчеркнул, что округ продолжит комплексную работу по поддержке жителей новых территорий Российской Федерации и семей военнослужащих, в том числе по линии Центра сбора гуманитарной помощи и Центра поддержки семей мобилизованных, которые работают в Одинцове. Также округ будет продолжать работу по развитию бизнеса на муниципальном уровне, наращивать выделение грантов, консультировать предпринимателей о государственных мерах поддержки. Продолжат функционировать и все инфраструктурные и социальные программы. Андрей Иванов добавил, что в целом подготовке кадров в стране будет уделяться особое внимание, причем на всех уровнях. И в рамках своих полномочий команда муниципалитета готова оказать максимальное содействие, проактивно включиться в эту работу. Ведь послание президента для нас – это всегда четкое и понятное руководство к действию, подчеркнул глава округа.